Мы пришли сюда, и здесь была сгоревшая церковь. Одни угли были, но дивен Бог во святых своих, и сила Божия в немощи совершается. И сегодня мы смотрим уже на чудесный храм. И сейчас мы освящаем еще три креста, которые будут стоять на этом храме и охранять людей от дьявола, от всех змей. Бей врага! Крестное знамение – это оружие. И мы верим, что люди, которые здесь живут, встретятся все в Царстве Небесном. Вот что я хочу пожелать, что все люди, которые будут молиться в этом храме, причащаться, исповедоваться, что все они, да, Мать Мария, встретились в Царстве Небесном. Нам есть за что воевать и ради чего умирать, понимаете? У нас есть цель, у нас есть смысл, у нас есть Христос. Поэтому мы с вами непобедимы. Аминь! Аминь. Господи Божий славы, Отче Вседержителю Божий Саваоф, спаси ныне благодать, Пресвятаго Духа на знамение сие крестные, благослови, освети их, дашь им выйти знаменем страшным, крепким. Освящается крестное знамение сия, благодати Пресвятаго Духа окроплением воды сия священной, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Спасибо, Господи, люди Твоя, и благослови достояние. Ты нас сопротивные, даруя, и Твое сохраняя, Христом Твоим ты с нами. Yeah.